Сегодня годовщина гибели наших коллег, корреспондента «Вестей» Игоря Корнелюка и звукорежиссера Антона Волошина. Оба были убиты на востоке Украины при исполнении журналистского долга. Готовились сюжеты о выводе ополченцами группы беженцев под Луганском и попали под обстрел. Антон Волошин погиб на месте, Игорь Корнелюк получил тяжелое ранение, перед которым врачи оказались бессильны. Посмертно удостоены высокой награды Ордена Мужества. Игоря Корнелюка и Антона Волошина сегодня вспоминали на Троекуровском кладбище Москвы.